Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Сегодня вашему вниманию мы проведем очень интересный обзор баклажана под названием Эпик. Этот баклажан имеет очень хорошую стрессоустойчивость. У него куст высотой около 90 сантиметров, растение очень мощное. На кусту образуется, вы посмотрите, 2, 4, 6, 6, 7 плодов. Причем плоды по описанию этого гибрида превышают 300 грамм, но оно и видно. Очень интересный такой фиолетово-пурпурный цвет, очень красивый, с очень, на мой взгляд, симпатичной плодоножкой. Этот гибрид не только стрессоустойчив, но он еще и показывает себя отлично в таких условиях, как открытый грунт в сложное время 2017 года. Потому что лето было действительно холодным. Но вы посмотрите, все-таки урожай мы дождались, и урожай очень неплохой. Эпик себя зарекомендовал уже второй год как замечательный баклажан. Что в 2016 году мы его выращивали в теплице и в открытом грунте. Его не испугала эта сумасшедшая жара, и было замечательное опыление, и все баклажаны завязались. Также и в 2017 году при холоде таком, чуть-чуть, конечно, плодоношение у него задержалось, потому что гибрид-то скороспелый, собственно говоря. Он ранний, и 40-45 дней рассада, высаженная в открытый грунт, должна дать вот такие замечательные плоды уже через 70 дней. Но если мы берем идеальные погодные условия. Конечно, у нас задержалось плодоношение, сейчас сентябрь месяц, и в сентябре, даже в конце сентября, мы наблюдаем вот такую картину. Собственно говоря, высаживали мы баклажан Эпик в открытый грунт в конце июня, потому что очень сильно боялись, что все еще будут морозы, было холодно. Открытый же грунт. Что хотелось бы еще с вами посмотреть? Конечно, срезать плод. Как обычно, его взвесить и разрезать. Давайте возьмем самый симпатичный, на мой взгляд, да? Отрежем плодоножечку нашу. Замечательно режется плодоножка. Я думаю, что она будет очень легко отделяться от нашего баклажана. Давайте взвесим. 430 грамм. Конечно, крупнее 350 грамм даже получились плоды, но это и замечательно. Давайте мы с вами сейчас отрежем нашу плодоножечку. О, легко режется, замечательно. Это очень хороший показатель. Мне этот гибрид приглянулся еще в том году. Не просто так, мы его внесли в наш ассортимент, нашей продукции. Так, сейчас мы с вами разрежем. Замечательно режется. Вот, посмотрите, даже несмотря на то, что наши плоды перевисели, вы посмотрите, ну замечательная мякоть, просто изумительная. Нету вот этих огромных семян коричневого цвета, просто супер душистые. И поверьте мне, этот баклажан очень вкусный, рекомендую его выращивать и в открытом грунте, и в теплице, и получать вот такой замечательный урожай стрессоустойчивых баклажан под названием Эпик. А с вами был Блокин Мечталин Василий, директор агрофирмы «Партнер». Хороших вам урожаев и терпения, чтобы поскорее наступил новый сезон. До свидания.